Аномальная сентябрьская жара стала причиной лесного пожара в Иксунском районе. В районе деревни Новодмитриевка загорелся лес. И чтобы не допустить распространения огня, в срочном порядке на тушение пожара были брошены 36 единиц техники и 79 человек. Очаг достаточно большой. У нас почти 3 недели не было дождей, в лесу сухо, поднялся ветер в связи со сменой погоды. Там горит лес, причем там лесной массив, соответственно, опашка, и само тушение пожара осложнено тем, что нужно тяжелой техникой туда протарить дорогу, и чтобы пожарные машины до туда добрались и тушили. Был создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в деревне Покровка. Было принято решение о том, что необходимо оповестить жителей и, возможно, их эвакуировать. Был развернут временный пункт размещения людей в 3-й школе на 120 человек. Средств пожарной техники достаточно. Считаю, ситуация находится под контролем. Ну и погода вроде как нам помогает. Я напомню, именно Иксунский район был самым проблемным во время сильнейших лесных пожаров 2010 года. На весь мир тогда прогремела трагедия в деревне Верхняя Верея, которая буквально выгорела дотла. Тогда сгорел 341 дом. К счастью, людям удалось спастись, и жертв людских не было. Но жители в одночасье лишились всего имущества и собственного жилья. По всему региону тогда, летом 2010 года, выгорело около 40 тысяч гектаров земли. И в том числе 16 тысяч гектаров леса. На тушение пожаров были брошены тысячи человек и сотни единиц техники. И только к концу августа, когда аномальная жара спала, обстановку в регионе удалось нормализовать.